С 17 по 19 августа в Елабужском институте Казанского университета проходит 11-й международный фестиваль школьных учителей, где педагоги делятся опытом и участвуют в фестивальной программе. О том, как проходит мероприятие, расскажем в сюжете. Фестиваль школьных учителей – это место, где обсуждаются самые актуальные вопросы образования, психологии и воспитания. Это повышение эффективности урока, внедрение новых образовательных технологий, а также эмоциональное здоровье учителя. Мы, с одной стороны, можем показать, проявить себя и проявляем на таком международном уровне, с другой стороны, перенимаем опыт. Миссия учителя, она всегда была такой доброй, хорошей миссией, и сегодня как раз мы нуждаемся и в молодых учителях, и в учителях-наставниках, и друг друга дополняя, они сегодня еще раз покажут силу нашего педагогического сообщества, силу нашей республики. Здесь, на этой площадке, встречаются и ученые, и практикующие педагоги, и в то же время здесь, на этой площадке, что в принципе является уникальным, собраны родительские комитеты, что позволяет пройти всю цепочку взаимоотношений ребенок-родитель, ребенок-школа, родитель-школа. Да? И мы же понимаем, что мы все должны работать на единую цель. И вот чтобы в этой цепочке все работали главным образом на школьников и способствовали их развитию. Всего участников фестиваля ожидает более 100 мастер-классов от 77 специалистов из 7 стран мира. Образовательная программа будет разделена на тематические модули. Каждый учитель сможет посетить до 10 занятий. На мероприятие прибыло более 300 учителей. Ожиданий много, потому что здесь очень классные специалисты, очень классные люди, очень хорошая компания. Я впечатлена церемонией открытия фестиваля. Я участвую в нем впервые. И, конечно же, люди, о том, как они говорили, какие подборки для видео сделаны. Все такое личностно ориентированное, личностно значимое, что для меня это тоже идеи. Те, кто побывал здесь на фестивале, стремятся приезжать сюда ежегодно, потому что те мастер-классы, тот багаж опыта, который мы здесь получаем, для нас является своего рода батарейка, которая потом в течение нескольких лет работает. Ко мне сейчас подошли и сказали: вы говорите о том, что у нас наболело, но мы не можем так оформить и всегда сказать. И у нас, когда мы это слушаем, появляются силы и перспективы. Это лучшая награда, когда общаешься с педагогами, с учителями, со студентами и родителями. Участие в мероприятии принимают и будущие учителя. Более 40 студентов из педагогических вузов и колледжей России задействованы в Елабужской летней педагогической школе. Впервые в истории образовательная программа фестиваля будет доступна и для онлайн-подключений, благодаря чему аудитория мастер-классов увеличится до 4000 человек. Ариадна Кугушева, Универньюз.